Здорово, мужики! У нас сенокос 8. Ездил на обед. Сейчас еду назад. Тучки он собираются какие-то непонятные. У нас как всегда, как только косул траву, сразу дождь. Ну, будем надеяться, что не будет. Все будет нормально. Вот здесь я буарок косил косой и прессовал. Тут клевер очень-очень густой. Тут такой как бы порог, уступ. Там пацаны уже косой прошли, ну я только уступ. Вот, и сюда по бугорку так вниз плавно спустился. В общем, что я записываю видео. Короче, написал мне в комментариях Сергей, не помню фамилию. Короче, Серега мне написал что-то за косу, я уже не помню, что там за косу. Под видео, где я первый раз косил польской косой, написал, что надо не четвертой пониженной, а первой повышенной косить. Я ему ответил, что пробовал уже третьей косить повышенной, и все типа нормально. Он мне написал культурно, спасибо, хоть что культурно, что ты хвастаешься. Это предел, вторая повышенная с новыми ножами. То есть на третьей это либо лысая полностью поле. Короче, не поверил мне, что я косил третий. Вот я еду сейчас третий. Вот я сейчас дам газку. Вот третья. Скорость небольшая вроде. Сейчас я поднимусь наверх, покажу, какое поле я косил. Вот, и кто досмотрит видео до конца, в конце врежу вставочку, там покажу, какие у нас машины ездят по полям, по сенокосам. Короче, вибрируют землю и ищут газ. Сегодня я им маленькую каку сделал, но это я приеду на поле, я сейчас покажу и расскажу, что там за херня. Вот мы поднимаемся сейчас на поле. Конкретно на этом поле я косил третьей повышенной. Травостой был небольшой, признаюсь честно. Ну вот, третья повышенная, ровное поле. Мне кажется, если бы было бы ровные поля, то можно было бы и четвертой косить. Вот, ну сейчас приеду на поле, где я занимаюсь сенокосом. Дальше вам покажу, расскажу. Я там кашу сейчас на второй загонке. Ну, я сейчас подъеду, все расскажу. Вот это тут кусочек. Я косил первой повышенной. Тут брошенные огороды, косил по кругу. Кто знает, как пашутся огороды. Здесь поле, в общем, все как бы ступени идут по полю. И не получается быстро ехать. Высокий срез травы. Сейчас подъеду, расположусь, объясню, почему я выкрутил винт. Вот здесь вот начал косить, там газовщикам кабель манданул. Сейчас тоже все покажу, расскажу, как подъеду. Вот. Так, разложил я косу, немного низко опустил. Ну, сейчас залезу в кабину, приподниму. В общем, здесь я хожу по кругу, сделал, чтобы потом развороты на загонках делать можно было свободно, потому что там на дороге коли и канавы. Вот. У меня нету на винту гаек штопорных. Винт начал выкручиваться, коса начала ложиться на бок. У меня была так проволока, я прихренячил быстренько проволокой. Так. Срез большой делаю. Ну, такая вот трава, травостой. Почему я делаю большой срез? Завалил немного от трактора косу, потому что здесь были огороды.
В общем, ну, то бугор, то яма. Коса постоянно врезается, вот можно видеть. Срезает. Вот, что я не знаю, ну, наверное, не видно. Вот здесь бугорок такой хороший. Как говорится, межа огородов была при спашке. Вот, пришлось немного приподнять нос косы. Здесь я оставил такой вот островок. У нас сейчас идут разработки газа. Вот, и они положили, мужики, вот такой вот кабель. Кабель, в принципе, мягкий, хороший. Ну, хороший только если белье вешать на него. Внутри там малюсенькие жилки. В общем, я увидел этот кабель. Он лежал вот здесь. Вот так вот. Посередине. Оттуда я прошел сюда, прокосил нормально. Отсюда пошел и где-то посередине. Вот я не увидел, в траве лежала петля. Я благополучно эту петлю подхватил. Вот. Первым ротором. Ну и намотал, короче, наверное, там метров 300-400 этого кабеля, пока коса остановилась. Вытянул кабель оттуда с леса, с датчиками. Сейчас я покажу, тут, наверное, датчики стоят еще. Стоят тут, по-моему, тоже. Вот такие вот здесь датчики стоят в земле. Короче, все это я притянул к себе. Буквально через пару минут прилетели охрана, там машина, ну все нормально, без конфликтов. Мужики все понимают. Они видят вот эти все датчики через кабель на посту. Диспетчер видит, какие вибрируют. В общем, в конце видео я вставлю там машины какие. Они тоже здесь будут ездить, так что я нормально как раз успею скосить. И они приедут, будут здесь тоже вибрировать. Вот. Загонку. Вот это я обходил первый, второй круг первой, четвертой пониженной, потом первой хожу, ну и по кругу, потому что это прыгаешь. А потом, как огороды пахались, я, получается, вдоль хожу по межам и пашу, вот пашу, работаю, получается, второй повышенной. Ну, сейчас я все покажу. Первая повышенная. Вал поет у меня сильно. Навал отбора. Ну, в коробку не хочется, как говорится, лезть. Вот, косит нормально. Это первая повышенная. Вот сейчас приедем в загонки. Буду косить второй. Второй повышенный. Сейчас вот тут трамплины начнутся. Вот сейчас покажу. Вот сейчас будет трамплин. Бабах. Так, жопа есть. Коса прошла, сейчас сразу второй. Сейчас вот второй трамплин. Но тут поменьше. Там получается два огорода было в стык пахалось друг к другу. А здесь получается один огород на одну сторону, другой на другую. Вот здесь вот сейчас яма. Дальше будет бугор. Ну, вот так вот, вот весь участок. Сейчас я дойду почти до края, начну делать загонки. Ходить вдоль огородов. Не знаю, видно или нет. Но... наверное, плохо видно. Лисичка, лисичка. Маленькая лиса. Гоняла зайца. Зайчик тоже маленький-маленький.
Он прыг траву и по трактор ко мне. А лисенок убежал в лес. Я зайчишку взял, перенес на другую сторону в траву. Выкинул в траву. И дежурит, не боится, блин. Наверное, плохо видно, очень плохо. У меня телефон древний. Вторая передача. Вот, спокойно. Так, здесь куст, объезжаем. Куст. Ну, все нормально, все косит. Второй передачей. Как говорится, только успеваю в тракторе сидеть. А так нормально. Трактор справляется, коса тоже. Вот. Буду дальше ходить второй передачей, повышенной. Если было бы более-менее поровнее и подлиннее, можно было бы и третьей, без проблем. Так что все нормально. Так, сейчас, если не стемнеет, включусь еще, когда скажу, если нет, тогда смотрите видео про газовые машины, которые топчут у нас посевы. Вот такие машины катаются у нас по полям и по сенокосам. Машина, я спрашивал, важит 33 тонны. И гасают, газ ищут.